после тренировки ты устал, нет мочика. Два часа пыхтел, как мерин, впрягался, как кыша. На себе горячил штангу, жал тяжелую гантель. Значит, сразу должен выйти в протеиновый коктейль. Придавил тяжелый вес или не умеешь делать упражнения на пресс. Не беда, и зоркий тренер за тобой всегда следит, и в беде тебе поможет, и советом подбодрит. Забралом ты пришел весь на понтах, пальцы веером кидаешь и всех посылаешь на. По-любому строгий тренер до сих пор таки веща. От него за это редко можно слопотать по щам. Пацан реальный, но в спортзале новичок. Хочешь перестать бодрищем и раздуться, как качок. Ты сперва тяжелым весом свой пупок не надрывай. Так хорошенько разомнись и потихоньку добавляй. Если у тебя по жизни начался сплошной голяк, проблемы, кризис, невезуха, постоянный депрессняк, ты послушай, что на этот счет один мудрец сказал. Братан, не парься, сходи-ка лучше в тренажерный зал.